Уже не первый год наступление по-настоящему летней погоды отмечается одной нехорошей тенденцией. То тут, то там из окон выпадают дети. По сути, причина таких трагедий одна – недосмотр со стороны родителей. Что можно сделать, чтобы предотвратить такие случаи, выясняла наша съемочная группа. Вечер 21 июня стал трагическим для одной из бежецких семей. Погиб двухлетний ребенок, выпавший из окна пятиэтажки. Подобные истории были в этом году и в областном центре, правда, без летальных исходов. Главная причина во всех случаях одна – дети были без присмотра, говорят медики, призывая родителей к бдительности. Родители, будьте внимательны по отношению к вашим детям. Не оставляйте окна открытыми. Если окна открыты, то находитесь рядом с ребенком. Контролируйте, смотрите то, что делают ваши дети. Притчей во языцах уже давно стали противомоскитные сетки. Их крепления не рассчитаны даже на среднюю нагрузку. Однако именно на эти приспособления опираются дети, пытаясь рассмотреть улицу, на которую в итоге и выпадают. Плотно закрытые окна в летнюю жару тоже выглядит малореалистично. Между тем, специалисты, производящие и реализующие оконные системы, предлагают целый ряд вариантов решения этой проблемы. Можно установить ручку с ключом. Мы также можем сделать откидное положение, закрыть, и уже ребенок не сможет открыть нам створку. Второй вариант – это полноценный детский замок. Закрываем, ключики убираем и спокойно пользуемся от проветриваем помещения. Но есть вариант установить металлическую решетку, сделанную наполовину. Пожарные смогут беспрепятственно добраться и спасти людей, но ребенок не сможет выпасть. По сути, и здесь речь идет о внимательности и ответственности родителей. Если они всерьез беспокоятся за жизнь и здоровье своих детей, то сделают все, чтобы обеспечить их безопасность.